Доброе утро, страна! В прямом эфире программа «Добрый ранец, Беларусь». И мы усердно продолжаем прогонять новогодние праздники, которые отложились у нас на теле. А в этом нам помогает профессионал Шаталов Бжанидзе в студии «Добрый ранец, Беларусь». Всем доброе утро! Я всех рад приветствовать. Итак, я сегодня вам покажу три упражнения. У нас будет такая интенсивная прям зарядка, чтобы вы могли проснуться и привести свои мышцы в тонус. Итак, у нас будет первое упражнение. Выполняем бёрпи. Бёрпи делаем в простом варианте, чтобы с утра нам было не очень так тяжко. Просто я кладу руки на пол и откидываю ноги. Подвожу. Встал. Опять на пол. Откинул ноги. Шата, как ты думаешь, если босиком делать это упражнение, пальцы ног не очень страдают? Нет, наоборот, разомнем дополнительно. Пальцы если ног. Слышим характерный хруст, продолжаем или значит, пора остановиться? Конечно. Итак, мы выполняем 30 раз. Это было первое упражнение. Затем буквально я отдыхаю 5 секунд, перевел дыхание. Выполняя второе упражнение, делаем прыжки из стороны в сторону. Делаем прыжок и опускаю руку с гантелью вниз на пол. Потом на вторую ногу и опять гантель опускаю. Ну, утром тут, наверное, еще вот с такими прыжками и с такой фиксацией еще вестибулярный аппарат. Конечно, конечно, да, чтобы проснуться вообще полностью. А зачем, в принципе, тренировать вестибулярный аппарат? А затем, чтобы по утрам вот не ходить по стенкам к умывальнику, а чтобы идти ровненько и бодренько. Просто надо, чтобы муж не забывал лампочки вкручивать, тогда и все нормально. И идешь бодренько по свету. Хорошо, давай. Хороший совет, кстати. Оля, в следующий раз, когда мы будем лететь в самолете, я тебе напомню про вестибулярный аппарат. Так, друзья, это было второе упражнение. Также мы выполняем 30 повторений, 5 секунд отдыхаем. И последнее, третье упражнение выполняем тоже с гантелью. Гантель кладу на пол, поднимаю наверх и опять опускаю. И поднимаем затем наверх со словами «Я чемпион!» «Я чемпион по поднятию килограммовой гантели!» Да, и потом «Я могу!» Смотри, следующий поднимаем. «Я это сделал!» «Я молодец! Я встал в 5 утра!» «Я сам сильный!» «Я молодец! Я прям холодец!» Да, друзья, также мы выполняем без 30 повторений. Ага. Итак, это был всего лишь первый круг. Таких кругов у вас может быть 3, а может 4, как по вашему состоянию. Угу. Ну и, слушай, а есть еще какое-нибудь, я не знаю, для вот подбородка какое-нибудь упражнение? Я думаю, есть. Ага, хорошо. Ну тогда в следующий раз ты к нам приходи, бороду не сбривай, и хорошо. Будем делать для подбородка. Интересно будет на это посмотреть. Все, договорились. Шата, спасибо тебе большое за комплекс упражнений. Желаем тебе хорошего дня.